Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Вы видели, что перед вами сейчас был? Сейчас перед вами был бизнес без вложений. Реально, вы слышали его звук? Бизнес без вложений. Я до сих пор удивляюсь над вами. Бизнес без вложений. Вот эта мышка стоит порядка 800 рублей. Для бизнеса без вложений это слишком дорого. Вы на своем бизнесе без вложений зарабатываете хотя бы, ну я не знаю, 500 рублей в месяц. Бизнес без вложений. Это вот вы сидите и вот так вот делаете. Клик-клик-клик-клик-клик. Сколько вы заработали? Подумайте. Бизнес без вложений в интернете есть такое понятие, но как таковое, если вы не будете приглашать туда людей, вы ничего не заработаете. Ну, я на самом деле говорю, смотрите, даже шарик над вами смеется. Бизнес без вложений. А, возможно, вы смотрите видео, вы же нашли сайт, и вам на этом сайте за просмотр видео платят деньги? Ой, извините. Вы, наверное, там зарабатываете 3 цента за просмотр видео. И вам предоставляют 5 видео в день. Давайте перемножим. Так. 5 видео в день, 15 центов. Умножим на 30 дней. Ну, вполне нормальная сумма. Она покрывает расходы на ваш интернет? На ваш бизнес без вложений? Или вы до сих пор еще верите в сказки? Бизнес без вложений. Бизнес без вложений в интернете невозможен. Также это как машина без бензина, это также как человек без еды. Такое возможно? Ну, машина, допустим, возможно, но она работает, например, электромобиль работает на аккумуляторах и все равно его заряжать надо. А вот человек без еды долго не протянет. Так же, как вы. На бизнесе без вложений. Задумайтесь. На этом заканчиваю. Всем привет.